y este amor no es ningún juego, vuelve atrás. Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo. Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo. Piensa si lo que mereces es más de lo que me ofreces. Композитор Адольфо Бруссо. Оператор Элио Мачадо. Автор сценария Орландо Мачадо. Продюсер Мариана Монсон. Режиссер Рафаэль Гомес. Послушай, Манауре, я могу быть кем угодно. Твоим секретарем, ассистентом, советником в вопросах любви, но в контракте ничего не сказано о том, что я твой раб и что я должен укладывать твои чемоданы. Так что вставай, будем трудиться вместе. Мне очень плохо. Мог бы ничего не говорить. Это написано у тебя на лице. В чем дело? Ты возвращаешься в Селю или не возвращаешься? Качаса, ты считаешь меня трусом? Если дело касается людей и хищников, возможно. И жуликом. Если речь о деньгах, все может быть. И обманщиком. Об этом могут говорить только те, кого ты обманул. Но я никого не обманывал. Ты говорил о любви или не говорил? Не будь циником. Неужели ты будешь меня воспитывать? Ты вытираешь об женщин ноги. Да, ты прав, потому что все эти женщины мной не интересуются. Но ты другое дело. Я уже сказал, я никого не обманывал. Знаешь, а ведь ты трус. Потому что у тебя не хватает мужества жить, испытывать чувства, которые дарит тебе жизнь. Хватит, оставь, которые дарит тебе жизнь. Хватит, оставь меня одного. Ты трус. Уходи, уходи. Ты трус. Дедушка, какое чудо, что вы здесь. Не представляете, как я счастлива. Но не думайте, что я буду вас баловать. Я буду обращаться с вами очень строго. Найму вам лучших врачей. Вы будете делать упражнения для ног, для рук, речевые упражнения. Все, что потребуется. Потому что я хочу, чтобы вы побыстрее поправились. Чтобы вы встали, наконец, с этой постели. Вы можете ругать меня, быть таким же ворчуном, как и раньше. Вы можете даже ссориться со мной, но только вы встанете. Дедушка, я действительно очень вас люблю. Поэтому я хочу, чтобы вы улыбались всегда. Мне не нравится видеть вас грустным. Если бы вы знали, вы и мой сын единственные люди на свете, благодаря которым я чувствую, что нужна кому-то. Поэтому улыбайтесь, и я буду думать, что жизнь прекрасна. А сейчас я распоряжусь, чтобы вам приготовили суп, и вы съедите всю тарелку. Как я вас люблю. С вашего позволения. Пожалуйста.
Ты видишь, даже ноль имеет для нее больше значения, чем я. Тебе придется что-нибудь сделать и поскорее, чтобы она тебя заметила. У тебя действительно очень мало шансов, мой мальчик. Почему я не сказал ей? Потому что я дурак. Я трус. Хулия. Любовь моя. Не уезжай. Не уезжай. Простите всех. Мама, простите. И не позволяйте, чтобы злоба была вашей спутницей. Селеста, можно присесть? Посижу с тобой, если ты не против. Ты была такой молчаливой за ужином. Сейчас принесут кофе. Так лучше. Нам не о чем разговаривать. Но мне наоборот, столько нужно тебе сказать. Как вы мне надоели, Аспуро? Не называй меня Аспуро. Мы не учились в одном классе. И я не враг тебе. А как же мне называть того, кто мне никем не приходится? Не знаю. В конце концов, я что-то значу в твоей жизни. По крайней мере, я отец твоего ребенка. Человек, которого ты ненавидишь. Во всяком случае, я тебе не безразличен. Будьте добры, оставьте меня в покое. На каком языке я должна вам это сказать? Если ты не знаешь испанского, говори по-итальянски, по-португальски, по-китайски или по-японски. Не смешно. Послушай, сумасшедший старик. Ты не думай, я не нищенка. Просто я знаю, что меня ждет. Я осталась без денег. А если так, меня выгонят из комнаты. А раз выгонят из комнаты, значит, я окажусь на улице и буду спать, где придется. Поэтому я должна поесть побольше впрок. Понимаешь? Я ведь знаю, это продлится долго. Какая вкуснота! А на улице плохо, очень плохо. Это я тебе говорю, я знаю. На улице очень тяжело. Я была еще маленькой, вот такой, представь себе. Я знаю улицу с детства. Ничего другого я и не помню. Жизнь обошлась со мной сурово. Я не шучу, я голодала. Меня били. В этом доме я впервые тебя поцеловал. И во второй раз тоже. В третий раз я поцеловал тебя на пляже. А в четвертый... Какая разница, где вы поцеловали меня в первый, во второй и в третий раз? Что значат эти поцелуи, если все это обман? Одна большая ложь. Что могут значить слова любви? Любовные объятия.
Если все это неправда, прошу вас, хватит. Что толку говорить о том, кем мы могли бы быть, если бы этого не случилось? Поэтому, пожалуйста, оставьте меня и не мешайте мне больше жить. Хочешь, я тебе признаюсь? Я скажу тебе, что было в моей жизни самого прекрасного. Самое хорошее в моей жизни — это был маленький приемник, который я нашла на улице. По нему я слушала свою самую любимую постановку. И мой Вилли тоже. Малыш с большими глазами, который всегда хотел есть. Но он покинул меня. Он умер. И знаешь, что я тебе скажу? Так даже лучше. Потому что я глупая негритянка, которая не достойна ничего красивого и ничего чистого в жизни. Я ничего не достойна. Даже лучше, что он умер. Видимо, Господь не любит меня. Наверное, он сильно на меня рассердился, потому что у меня в жизни ничего хорошего не было. Ты тоже должен знать, что жизнь очень жестока и сурова. Чего только мне не приходилось делать, чтобы встать на ноги. И ничего не вышло. Зачем тебе это Сойло Гуарамато? Не выдумывай. Знаешь, старик, я тебе благодарна. Благодарна за эту картошку. Ты очень хороший человек. Ты добрый. А что ты слушала по радио? Что? Какая у тебя была любимая радионовелла? «Сокол с Большого Луга». Какая же еще? Пока жив «Сокол с Большого Луга», бедным и обездоленным нечего бояться. Откуда ты, маленькая принцесса? Ты, наверное, недавно в этих местах? Разве ты не слышал о «Соколе с Большого Луга»? Сокол? Это ты? Долг снова меня зовет. Ты мой новый долг. Долго еще ты будешь ждать? Ты и так уже опаздываешь. В конце концов, я избавлюсь от всего этого. Он не приедет, глупая. Он не приедет. Пассажиры, вылетающие рейсом 203 по маршруту Каракас-Мадрид, пожалуйста, пройдите к выходу номер 7. Я не понимаю, Сантьяго. Не понимаю цели вашего преследования. Неужели вы не видите, что я не прощу вас? Я не могу видеть вас. Не желаю. Вы нанесли мне страшную смертельную рану. Я потеряла к вам всякое доверие. Я вам не верю. И никогда больше не поверю. Неужели так трудно понять? Скажи, как мне ему объяснить? Черт возьми, как я объясню своему сердцу? Может быть, мне повторять без устали? Ты ошиблась. Ты ошиблась. Ты ее не заслуживаешь. Поэтому прошу тебя, смирись наконец. Нет, я не согласен. Я никогда не смирюсь. Запомни это хорошенько.
Я буду твоей тенью, твоим верным псом, твоим глупым возлюбленным. Знаешь почему? Потому что я уверен, ты любишь меня, олененок. Ты любишь меня, и не отрицай. Ты любишь меня, несмотря на зло, которое я тебе причинил. Ты любишь меня наперекор себе, несмотря на злобу, которую ты ко мне испытываешь. И хуже всего, что ты отказываешь в любви не только мне, но и самой себе. Посмотри на меня. Посмотри. Посмотри на слезы. Эти слезы только из-за тебя. Они из-за тебя, олененок. Я не собираюсь с этим мириться. Назначь цену. Скажи мне, сколько они стоят? Скажи. Я заплачу, сколько скажешь. Сколько стоят эти слезы? Хулия! Не уезжай, Хулия. Скажи, что я должен сделать ради тебя? Сколько слез я должен пролить из-за тебя? Скажи мне, олененок, сколько стоит твое прощение? Пожалуйста, не плачь больше. Не плачь из-за меня. Хватит страдать. Хватит переживать из-за меня. Не трогайте меня, Сантьяго. Не надо меня обманывать. Вы меня больше не растрогаете, и мое горе не имеет цены. Скажи мне, я опоздал? Нет. Как ты мог опоздать, глупенький? Ты же приехал за мной. Ты приехал за ребенком. Я не знаю, может быть... Я сумасшедший, но я боялся снова тебя потерять. Я не хочу причинить тебе зло. Я люблю тебя. Я не мог потерять тебя вновь. Не мог. Глупенький, ты здесь, и это самое главное. Ты со мной. Я ждала тебя. Не говори ничего. Не говори ничего. Поцелуй меня. Поцелуй. Оставьте меня. Не трогайте. Но я до тебя даже не дотрагивался. Я знаю ваши намерения, Сантьяго. Вы наглец, вы бессовестный человек. Любимая моя. Не называйте меня любимой.
Неужели вы не понимаете, я не прощу вас? Не хочу вас прощать. Не желаю. Ваши слова — это только слова. Такие же пустые, как и вы. Если бы у вас было хоть немного сердца, о котором вы столько здесь говорите, вы никогда бы не унизили меня. Вы не сделали бы мне больно, требуя доказательств, что ребенок, которого я потеряла, от вас. Негодяй! Олененок, я... Все это ложь. Все это лживо, так же, как и вы, как ваши слова любви. Олененок. Не зовите меня олененком. Не зовите меня олененком, ясно? Вот кем я всегда была для вас. Слабым, беззащитным существом, которого можно принести в жертву. Я никогда не была для вас женщиной, достойной уважения. Правда. На что вы надеялись? Сантьяго Аспуро. На то, что после нескольких слов любви и нескольких поцелуев я упаду перед вами еще. И еще раз. Скажите мне, так же, как тогда, в той отвратительной туалетной комнате, где вы еще раз унизили меня из-за моей дурацкой и идиотской любви. Я не хотел унижать тебя. Закройте рот, замолчите! Каждый раз, когда вы открываете рот, вы делаете еще хуже. Почему? Почему? Господи, за что? За что мне все это? Почему вы меня так унизили? Почему? За что, Сантьяго Аспуро? Вы женились на моем злейшем враге. Вы смеялись надо мной. Унижали меня. Господи, что вы со мной сделали? Как вам удалось занять мое сердце? И я не могу вас оттуда выгнать никак. Почему я до сих пор люблю вас? Я люблю вас, несмотря на все то зло, которое вы мне причинили. Пустите меня. Пустите, вы мне отвратительны, меня тошнит, когда вы меня трогаете. Я вас ненавижу, Сантьяго Аспуро. Ненавижу. Но еще больше я ненавижу себя. Ненавижу себя за эту боль в сердце всякий раз, когда вы ко мне подходите. Я ненавижу вас, потому что люблю. Потому что я не могу ненавидеть вас так, как вы этого заслуживаете. У меня нет сил на такую ненависть. Нет сил забыть вас. За что такая любовь? За что такая ненависть, олененок? Почему? Почему? Дон Патрисио, я надеюсь, что вы считаете меня достаточно серьезным человеком. Ты принес мне какую-то сплетню? Ну что ж, рассказывай поскорее. То, что я сейчас видел, будет вам очень интересно. Очень. Хватит крутить, старый сплетник. Говори. В гостиной ваш крестник и ваша внучка. Они целовались? Они помирились? Они о чем-то горячо спорят. Как странно. Даже дерутся. Вернее, дерется ваша внучка. И знаете, она бьет очень сильно. Вашему крестнику достается как следует.
Я думаю, мне лучше вернуться на пост наблюдения. Посмотрим, чем все это закончится. С вашего позволения, Дон Патрисио. Посмотрим, что будет во втором раунде. Я вас ненавижу, Сантьяго. Ненавижу за все, что вы сделали. Я возненавидела вас, когда вы женились на Иране. Я пришла в ярость, когда узнала, что у нее будет ребенок от вас. Я хотела убить вас. Когда вы так жестоко унизили меня тогда. Я хотела умереть. Умереть, когда потеряла ребенка. Я ненавижу вас за то, что вы такой идиот, беспомощный слабак и очень быстро все забываете. Я ненавижу вас. И буду ненавидеть всю свою жизнь. А я буду любить тебя всегда. Эта любовь навсегда останется в моем сердце. Спасибо, что ты есть. Спасибо за твое прощение. Рейс 203, Каракас-Мадрид, произвел взлет. Ты слышал? Я осталась без одежды. Любовь моя. Что, дорогой? По-моему, ты одета. Дурачок, ты же знаешь, о чем я говорю. Мои чемоданы улетели. Ну и что? Я-то здесь. Кроме того, там, куда мы поедем, одежда не нужна. У тебя есть моя рубашка. А что еще? Мои брюки, мои ботинки. Ты совершенно прав. Ладно, дорогой, едем. Здесь нам нечего делать. Чао, самолет. Чао, Мадрид. О свадьбе не беспокойся, я сам всем займусь. Ты только скажи «да». Скажи, что выйдешь за меня замуж. Сантьяго, я уже сказала «да». Я хочу услышать это 1000 раз. 1000 раз, олененок. Я хочу жениться сейчас же. Я не желаю ждать ни секунды. На этот раз никто, никто не помешает ни нашей свадьбе, ни нашему счастью. Послушай. Куда ты хочешь поехать в свадебное путешествие? Венеция, Париж, Мадрид, Богота, Лиссабон. Нет, Сантьяго, я... Хорошо, хорошо. Я больше не стану мучить тебя глупыми вопросами. Сначала мы поженимся, а потом решим. Я тебя совсем замучил.
Да, чуть-чуть. Я обещаю, что больше не буду говорить глупости. Я рада. Селеста. Да. Я тебя люблю. Моя любовь. Как лежачая восьмерка. Лежачая восьмерка? А что это? Бесконечность. Сантьяго, вечно вы со своими глупостями. Проклятье. Они помирились. Они вместе. А я одна без своего крошки. Не знаю, почему я должен здесь сидеть и ждать этого ненормального Манаура. Конечно, он сейчас какой-нибудь бабой. Мне давно следовало вернуться в сельву. Очень хорошо. Это самое подходящее время, чтобы приходить домой. Не сомневаюсь, ты волочился за новой юбкой, а я ждал тебя, как деревенская невеста. Манаура, тебе пора задуматься. Или я один уеду в сельву. Ты уже все сказал? Нет. Да, мы поедем в сельву. Я не отказывался от своих планов, но дело в том, что теперь с нами поедут новые пассажиры. Что? Познакомься, твои новые жильцы. Привет! Мне противно смотреть на их счастье. Я не могу этого допустить. Она счастливо улыбается, а я здесь одна. Пожалуйста, хватит рыдать, успокойтесь. Скажите мне, в чем дело? Я ничего не понимаю. Они поженятся. Она выходит замуж. А я, бедная вдова, совсем одна. О чем вы говорите? Мария Селесте. Выходит замуж за Сантьяго. Дедушка, мы поженимся. Она простила меня и согласилась. Видишь, дедушка, мой сон исполнился. Единственная перемена – это жених. Им стал не Манаура, а Сантьяго. Наконец-то все встает на свои места. Мы поженимся через несколько дней. Мне просто не верится. Тебе надо быть осторожнее, чтобы не получилось, как всегда. Я так счастлива. Вы даже не представляете. Если бы вы подали нам знак, дедушка, какой-нибудь, чтобы мы поняли, что вы довольны. Что вы счастливы и благословляете нашу любовь. Проклятая. Мало того, что она отняла у меня все. Отняла у меня любовь матери, дедушки, мое наследство. Теперь хочет отнять у меня и любовь Сантьяго, мою единственную любовь. Проклятая дура. Что за крики? Что с тобой? Что со мной? А то, что мне надоело. Мне надоело вечно проигрывать. Надоело видеть, как Селесте постоянно меня обходит, а я отступаю. Мне надоело видеть ее счастливой. Я не хочу, чтобы она была счастлива. Я хочу видеть ее мертвой. Мертвой и похороненной. Хватит. Мертвой. Прекрати, Рани, успокойся, успокойся. Ты похожа на сумасшедшую. Так ты ничего не добьешься. Хватит твоей матери, хватит этого сумасшедшего. Успокойся, Рани. Так ты ничего не добьешься. Успокойся. Успокойся. Послушай меня. Не могу.
Не могу. Неужели ты не понимаешь, Селеста добилась своего? Она выходит замуж за Сантьяго. Она своего добилась. Нет-нет, Рудольфо, ты меня не уговоришь. О чем ты думаешь? Я что, выиграла в лотерею? Ты хотя бы посчитал, сколько стоит один день в нашем пансионе. Нет, дорогой, я не понимаю, что на тебя нашло. Я ведь не святая. Послушай, этой женщине негде переночевать. Да? И она, разумеется, идет сюда, в дом матери Терезы из Калькутты. Нет, повторяю тебе, я не могу. Еще один рот я не выдержу. И потом, ты сказал, что эта женщина потеряла работу. Да, но она найдет работу, поверь, поверь мне, Челито. Ты просишь меня поверить? Послушай, Рудольфо, а в магазин я тоже пойду с твоей Верой? Ты думаешь, что Верой и Надеждой я расплачиваюсь за газ, свет, телефон? Нет, милый, на это не проживешь, этим не прокормишься. Нет, 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 что еще ты придумал? Послушайте, если хотите, я могу вычистить все кастрюли. Сеньора, этим здесь занимается Гуана БКА. Тогда я вымою посуду. Я перемою всю посуду в доме. Послушай, я уже давно этим занимаюсь. Я навожу здесь порядок. Тебе здесь нечего делать. А кухня, смотрите, я могу вымыть кухню. Каждый уголок, она будет блестеть, как зеркало. Вот увидите. Гуана БКА, у тебя появились конкуренты. До чего же докатился этот пансион? До самого дна. С каждым разом жильцы в нем все хуже и хуже. Только поглядите, она же оборванка. А что с ней? Она что, из дворца? Вот именно, ты ничуть не ошиблась. Послушай. Гуана БКА. Да, в чем дело? Гуана БКА. Гуана БКА. Гуана БКА. Запоминай. Ты позволишь мне вымыть кухню? Я же тебе сказал, это моя работа. Как я тебе ее отдам? Привет. Что с вами? Я хотела поговорить. Послушайте. Алло? Да, Мария Селеста, дорогая, как я рада. Что-что? Ты выходишь замуж? Свадьба у Марии Селесты. Наконец-то в этот дом пришло счастье. Честное слово, мы этого заслужили. Не говоря уже о Марии Селесты. Она, бедняжка, столько страдала. И все из-за сеньориты Ирании. Не зря существует поговорка: нет несчастья, которое длится вечно, и нет человека, который с ним справится. Наконец-то и доктору Аспуро улыбнулось счастье. Он его тоже заслужил. Бедняге пришлось помучиться. Все начинает выправляться. Вода в реке входит в свои берега. Конечно, конечно. Так и должно быть. Послушайте, это интергалактический порядок. Это вселенское равновесие. Мажордом, хочешь, я объясню тебе одну вещь? На голубом небе есть звезда. Нет, две звезды. Нет, три звезды. Да нет, какие три? Там целые созвездия. Ты ведь знаешь, что такое созвездие, приятель? Так вот, Центурионы, наш друг Сесар, подруга Селина и самая высокая, моя уважаемая подруга Марти, которую Господь забрал в свое царство. Я не очень вас понимаю, сеньор Ларри, но, разумеется, вы правы во всем. Постой, приятель, мой друг мажордом, как ты можешь говорить, что не понимаешь меня? Ладно, я объясню тебе по-другому. Ты знаешь, что происходит? Наши друзья в стратосфере защищают, оберегают голубоглазую девушку, правильно? Еще они защищают и заботятся о маленьком члене экипажа космического корабля, которого носит в себе голубоглазая девушка. Так вы говорили о ребенке сеньориты Селесты, не так ли? Конечно, брат мой, конечно, друг мажордом. Я знал, что вы меня поймете.
А теперь поговорим о другом. Поговорим как сумасшедшие. Скажите мне, приятель, с какой вы планеты? Мои сенсоры заметили приближение вражеского корабля. Он не вступает в бой, но сразу видно, это вражеский корабль. Опасность, опасность, уходим. Если бы ты мог отметить это вместе с нами. На самом деле я просто прыгаю от счастья. А теперь осталось самое последнее, чтобы вы подтвердили нам свое благословение. Вы знаете, что можете на него рассчитывать. Наконец-то. Наконец-то мы с Селестой будем вместе. Да. И свадьба будет совсем скоро. А я так счастлива. Телекомпания Винни.